Всем привет! Мы продолжаем играть с вами в игру Metro Exodus. Мы остановились на моменте, когда нам нужно отправляться за вагоном для этой милой женщины и этого маленького ребенка. И мы отправляемся в путь. Погнали! А идти нам нужно, как вы помните, вот к тому кресту через всю карту. Я думаю, это Артём, будет весело. Я ведь тебя так и не поблагодарила, как следует, за то, что ты не... Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Ладно, я думаю, мы не будем слушать это долго. А пойдем сразу. Артём, ты же к терминалу? Да, я к терминалу. У него там НП на мосту. Так что ты его спроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Понятно. Ну, короче, нам по пути надо будет встретить чувачка. И он нам... подскажет все, что происходит. Здорово, так, ты прямо, еще? Да? Я там гитару слышал. Мы идем звучит прямо. Хорошо. Окей. Шо? А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Угу. Но если получится, спаси инструмент. Эй, это что у вас за концерт? По заявкам? Понятно. Короче, гитару надо найти. Так, Артём у нас устал. Ладно, сейчас чуть отдохнет. Ну вот, побежал наконец. Так. А вот тут уже пора надевать противогаз. Там вот много вагонов веселых, где мы можем лутануться, шманануться. Блять, собаки. Я вот их слышу по их, думаю, характерному. Я думаю, если мы пойдем по путям, четко по путям и не будем сворачивать, то они, может, на нас и не обратят внимание. Артём, мельник на проводе. А, даю вот мы подходим. Он в дозоре, мост караул. Вот мы подходим к князю. Получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Так, чуть-чуть нам осталось. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Блин, такая локация большая, мы тут остановились. Че, он здесь сидит, да? Сейчас заскочим. На огонек. Ух ты, ёб. Опасный парень. Ну здорово, брат. Здорово. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают. А я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной? Угу. Слушай, чего я тут на разведке. Давай. Вход в терминал, как я понял, с водой. Ой. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Угу. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Всем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. Угу. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у бати раза три разрешение на так, ну, запрашивал, мы пока туда не собираемся, мы пока по основной ветке пойдем, по сюжетной. Все равно, мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицел отвестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. А, я думаю, мы пойдем днем. В общем, решай, а я обратно на пост. Я все-таки думаю, что мы пойдем днем. Нам, к сожалению, тут ничего не дали. Так. Ну да, пойдем прямо напрямки к нашему терминалу за нашим... Как эта штука называлась? Короче, эта штука называется такой вагончик, который будет тащить другой вагончик. Вот так вот сложно. Вот. А идти нам далеко. Ну как далеко? Мы сейчас придем, конечно, быстро. Но придется пошагать. Он
птеродактили летают. Так. Он говорил, что здесь будет лодка и вход с воды. Да? Так, вот. Мы должны... Мы должны прийти вон туда. Я очень надеюсь, что мы никого сейчас не встретим. Потому что, как вы помните, проблема у нас с патронами. Кстати, к проблеме с патронами. Первый... Опа. Опа. Так, во-первых, там зомби какие-то. Так. Слышь, а ты в самом терминале был? Приколи, был, мля. Меня лысый, сука, на слабо по пьяни разбил. Все? Ой-ой-ой. Нет, не все. Давайте вы сюда не будете идти. Ага, я так далеко не возьму. Или... Блядь, они сюда идут. Короче, я походу... Короче, я походу силы свои переоценил. А зомбаки-то сюда, да, идут? Ну, может, они пусть они пока разбираются. Отлично. Пойдем сначала на крышу. Фу. Фу-фу-фу. Надеюсь, что-то есть. Опа. Ага. С зомбаками мы разобрались. Сейчас мы с оружием разберемся. У меня получается, что, 3 дробовика сейчас на руках. Ага. Нет, мы сейчас делаем вот так вот. Опа. Вот это сука! Пацаны, прикройте! Последний! Так, я понял. Короче. Ну, сука, получ... А, у нас нету, нету, нету. Я думал, у нас все есть, а у нас ничего нету. Ага, ага. Первый прилег. Че, ты сдаешься или че? Ты того, этого, бля, не шмаляй, короче. Ага. Так, мы победили. Как ложка разделал. Не, я стрелять не буду, я просто его вырублю. Так. Так, так, так. Короче, идем быстро. Шманаем пацанов. Я очень хотел пройти все эти сейчас моменты. Все эти моменты, короче, пройти быстро. Но что-то у меня так не получается. Вот, а теперь показываю такую штуку. Там кто-то идет ко мне. Ай, так, у нас опять тут. Сори, что-то залагало. А, нам надо еще чуть-чуть. Ладно, сейчас мы дойдем до этого момента. Еще парочку штук соберем. И я покажу, как надо... как надо делать патроны. Я думаю, большинство из вас, наверное, знает, как их делать. Но я все равно... Опа. Что такое? Вы подобрали модификацию снаряжения. Чтобы установить ее, найдите верстак. Прикольно. Так, тут радио... Обойдемся без радио. Так. Короче, у меня тут котик сходит с ума. Поэтому, возможно, будет слышно. Я думаю, не страшно, да? Так. Все. Идем. А идем мы, как они назвали, нет, не могильник. Как они сказали? Короче, они рассказывали какие-то
байки. Байки. Про вот это вот место, куда мы сейчас идем. Что там очень страшно. И что там может быть какая-то дичь. Ну, я думаю, это естественно, потому что тут не обходится без... без какого-то веселья. Во, верстак. Так. Теперь погнали. Смотрите. Нам нужно сделать вот эти патроны для той штуки. Сейчас объясню зачем. И, по-моему, мы немножко вот этих разберем. Потому что их что-то очень много. Так, сделаем еще. Далее идем. Аптечки у нас есть. Это есть. А, пройдемся по оружию. Потому что мы сейчас пойдем в эту штуку. Нам нужно починить противогаз. Все, что у меня было, я потратил. Так. Перевес для метательного оружия. Угу. Дополнительный дым под сумкой для метательного оружия, позволяющий удвоить его запасы. Устанавливаем. Оружие мы сможем почистить? Я вот не знаю, с какого мы сейчас стрелять больше будем. Не надо чистить, не надо. Это чуть почистим. Ладно, все. Мы готовы. Собираемся в бой. Вот. На эту штуку мы поставили. Сейчас покажу. Короче, я ее не оценил почему-то в самом начале. Но я посмотрел, как ей пользоваться. Как вообще народ? Это что за херня? Это опять этот сом тут плавает огромный, да? Который хотел нас захавать. Там, где креветочки эти большие были и сомики. Что написано? Электро... Чё? Пилен... Чё электро... Непонятно. Короче, какие-то рыбы нарисованы, мертвые люди. И мы, конечно же, плывем сюда. Ну, плыви. Чё-то мы застряли тут. Ой, как я не люблю такие места. Вот прям терпеть не могу в играх. Все темно. Ничего не видно. Вообще непонятно, что мы тут делаем. Так. Поворачивай. Поворачивай. Так, вроде повернули. И мы заплываем в самый ад. Ага, ага. А, да, я понял. Это будет весело. В скобочках нет. А, так, вот эта штука, скорее всего, которую нам надо угнать. А где мне остановиться-то? Как мне... Куда мне выйти? Как мне выйти? Что мне сделать? Так. Блин, тут этой мертвой херни будет очень много. Потому что вы видели, да? Почему-то мне кажется, что я должен как-то... Вот сюда запрыгнуть. Фу, ну чё, погнали? Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Фу, что это за дичь? А это что за дичь? Это вот этот сом, который плавает за нами. Он хочет нас убить. Собираем наши припасы. Так, ну тут вроде... Все в одну сторону двигается, поэтому идем в одну сторону. Да ё-моё. Так. Ну откуда вас только? Так, надо научиться уворачиваться от этой штуки. Так. Сейчас я приду в себя чуть-чуть. Сейчас все будет. Короче, я что-то разнервничался. Захаваем аптечку. Перезарядимся.
Ну да, и патронов я, конечно, много здесь выстрелил. Это плохо. Но зато я теперь знаю, что можно... А, с той стороны открывается. Что теперь можно патроны крафтить. Этим мы и будем заниматься всю игру. Крафтить патроны. И... А здесь закрыто, да? Ну да. Короче, идти туда мы не можем. Мы пойдем сейчас потихонечку прямо. Но перед этим... Ай, мне не хватает. Короче, надо найти патроны. Но прежде нам нужно подняться сюда наверх и посмотреть, что здесь. А здесь можно лутануться, найти чуть-чуть патронов. А вот теперь мы можем создать себе наши маленькие пульки. Ну вот, чуть-чуть создали. Ладно, уже не так страшно. Что, перезаряжаться нельзя? А, ну я полный. Так, смотрим. Забираем эту штуку и дергаем за рычаг. Опа. Опа. А что дальше? Что, все? Идем прямо? Ну, понятно. Понятно, что ничего не понятно и очень страшно. Давай быстрее. Прикольно. Вот, короче, надо целиться этой штукой прямо в голову. Целиться этой штукой прямо в голову, и тогда она работает. А-а-а, подождите, глаз зачесался. Так, идем. Блин, можно было сходить туда посмотреть, но я очень хочу пройти уже побыстрее. Блин, вот эти штуки, знаете, да, в играх, когда идешь по этой штуковине, всегда начинается что-то плохое. Сейчас она начнет нас... Нет, нет, уходи, сом. Уходи. Да, беги ты. Ай, тупица. Давай скорей. Надо надевать противогаз, да? А я зачем снял-то его? Так, все. Понятно. Артём, прием. Твой сигнал пропадает. Еще бы. Да? Там в терминале железо до бетона страшно тело. Экранирует. Короче, то, что здесь очень много железа и бетона, как сказали нам по рацию, будет ловить плохо рация. А это значит, что связь будет постоянно теряться. Вот. Так. Я еще раз сейчас с патронами разберусь. Потому что я думаю, здесь этой дичи будет много. А я не хочу умирать. Я хочу очень быстро пройти этот кусок. Страшно. Я могу зайти сюда? Спасибо. Так, идем. По лесенке. Кто там рычит? О! Так, насчет моей меткости все поняли, да? Меткость моя страдает. Че, все собрали? Эй, а, это птеродактиль, блин. Так. Ага. Сейчас надо вот в эту дичь попасть. Ага. Ага. Готово. Так, все, что вижу, то и стреляю. Тут, наверное, можно собрать какие-то припасы. Че, ничего нельзя сделать?
Понятно. Но мы все равно спускаемся вниз. А спускаться можно только по... Я не там спускаться, наверное, начал, да? А! Так. Сейчас мы разберемся со всеми этими штуками. Подкачаем свое ружье. Чуть-чуть. И можем выдвигаться далее. Выдвигаемся. Топ-топ-топ. Блин. Это рыбина? Я так понимаю, это будет наш финальный босс. Угу. Так, ну... Мы тут, конечно, затарились с пацанами. Пацаны нам помогли. А мы точно вниз идем, да? Я просто не понимаю, мы правильно идем или нет? Но выглядит, что да. Но у меня есть... Такая маленькая неуверенность. Да господи. Все, прилег. Приляг. Молодец. Короче, по бырику. Опа, спасибо. Я просто думал доставать дробовик, чтобы... Пойдемте наверх, сходим, посмотрим. Кажется, там можно утонуться. А дробовик хотел доставать для того, чтобы пострелять в этих козлов. Но рыба нам помогла. Я сейчас разговариваю, наверное, как отсталый, потому что... Опа, мимо. Во, я начал попадать из нее. Видите, прикольная штука все-таки. Я вот все-таки хейтил ее. Говорил, что нет, нет, она типа вообще никакая. Но на самом деле я просто не оценил. Не оценил ее мощи. А мощь у нее действительно... Ну вот... А, они даже так умеют. Чё, все? Ага. Так, продолжаем идти в долгий путь. Вы нашли гранату, удерживайте что-то там, чтобы что-то. Ну, удерживайте какую-нибудь кнопку, чтобы кидать гранаты, наверное. Только я не понял, какую кнопку. А, тут понятно, мы просто обошли. Короче. Я сейчас так вниз полетел. Я думал, что все. А нам реально вниз, да? Или что? Куда мы идем? Ну да, мы скорее всего вниз идем, потому что... Давай вниз. А вниз мы идем, потому что что? Что и что? Что я хотел сказать? Нет. Ай. Ладно, выплыл хоть. А мы как будто бы пришли куда-то обратно. Нет. Пойдемте наверх. Я запутался что-то. Что-то я запутался. И не понимаю, куда мы идем. Понятно, я вот эту штуку просто не увидел, что сюда можно спуститься. Опять же, потому что у меня... Ну, как я рассказывал... Не, пойдем быстрее. В прошлой части рассказывал, что свет у меня так преломляется, что темные участки я иногда плохо вижу. И я не понимаю реально, что надо туда идти. То есть дело только в свете. Ну и в том, что я слепой и ни черта не вижу. В этом тоже. Артём, да, конечно, жив. Что, можно поворачивать что-то? О,
О! Артём! Артём! Так. Ну, мы должны расчистить путь под наш вагончик. Да? Смотрите. У нас есть трупики. Не включать. У нас есть трупики. Я так понимаю, мы сейчас обрезаем трупик. Он падает. Ага. Приплывает наша рыба-меч. Акула плывет. Сомик. Она приплыла. А теперь мы можем сделать. Что мы сделали? Я, наверное, глупый. Надо было скинуть трупик и поднять вот этот рычаг. Но было написано не включать, поэтому я нажал. Все. Чё, рыба умерла? Да. Чё надо сделать? Почему мы убили? Все, мы убили. Оу. Ну, это жестко. Все? Че, прилег отдохнуть? Все, полежи. Эй, не рычи. Тихо. Тихо, не рычи. Да хоры рычать. Все, лежи, отдыхай. Так. А это у нас что такое? Тут, я так понимаю, можно где-то полутаться. Да? О, зажгли свечу. Так. Так. Все идет к тому, что мы сейчас на нашем поезде. О. Это бинокль, да? Монокль, бинокль. Воу. Нажмите F, чтобы включить прибор ночного видения. Вот это? Ага, но ключа у меня нет. Чтобы что? А, это та самая дверь, куда нам... Короче, куда мы могли сразу пройти. Блин, знаете эти локации, когда... Ты приходишь туда же, откуда начинал, но если бы у тебя был ключ, ты бы мог сразу здесь оказаться. Вот это вот вся... Вот это вот вся дичь. Вот. Поэтому у меня такого ключа не было. Так. Как я должен зайти в него? А, все понял. Ну все, поехали. Ну вот, мы и угнали этот поезд. Так, как мы будем им управлять? Да, у нас есть эта штука, которую нам дал крест. Так, все включили. Кнопочки нажали. Разворот сиденья. Развернулся. Поехали. Ой, это мое ночное видение. Я не хотел так делать. Извини. Я просто вышел случайно. Все, поедем сразу, окей? Ага. Ну все, мы катимся. Да, я живой. Да. Значит, смотрите. Экранировал. Тут есть ночлежка. А в этой ночлежке есть стол. Где мы можем разложить наши вещи. Сделать себе побольше этой штуки. Достал дрезину? Достал. Теперь тебе к вагономойке надо. Вот. Вот как раз таки. Этим? Народец там нехти прям. Угу. Все как есть бандиты. Угу. Так что, если чего, то и как говорится. Так. А как раз таки
Так, снимаем противогаз. Вот. А как раз-таки вагономойку мы поедем с вами в следующем выпуске. А пока мы тут приляжем. Давайте, всем удачи и всем пока.